7 августа в поселке Потанино состоялось торжественное открытие спортплощадки с новым искусственным покрытием. Столь серьезный подарок был сделан спонсорами областных соревнований по мини-футболу среди девушек, победу в котором одержала копейская команда школы номер 24. Сегодня никуда от спорта не уйдешь. Он гремит, как будто подошла волна землетрясения. Гул стадиона сто раз повторит тайная дань. Новое поле – это результат заслуженной победы команды 24-й школы в областных соревнованиях по мини-футболу среди девушек. Подарок стоимостью 3,5 миллиона рублей нашей сборной сделала спонсор соревнований компания «Новатек Челябинск». Площадка для нас, так скажем, для школы – это, можно сказать, все. Лет 15-20 назад она нам крайне была нужна, потому что команд у нас много, начиная с мужских, юноши, до 5 команд, то есть поле футбольное было постоянно занято. Школьные ребята и девчонки, так скажем, играли вот на хоккейном корте и по-другому на задворках. Открытие нового поля по мини-футболу – это, безусловно, яркое и значимое событие для всех копейчан. Но особенно этому празднику обрадовались жители поселка Потанино. Ведь их дети активно занимаются спортом и, прежде всего, футболом. В нашей школе всего сегодня учатся 543 ученика. Из них 50%, примерно 290 человек, занимаются в спортивных секциях. Это волейбол, баскетбол, также теннис и бокс. Есть школа бокса в поселке Потанино, но самым любимым для всех поселковых мальчишек всегда являлся футбол. Наше замечательное футбольное поле всегда собирало на соревнования. И дети с удовольствием сами принимают участие в разных соревнованиях. Это кожаный мяч. И принимают другие команды на какие-то товарищеские встречи. Поэтому, но несколько лет назад мы еще и начали заниматься футболом с девчонками. И именно девчонки нам принесли такие высокие результаты. Новая площадка была установлена на территории спортивного стадиона школы. Ее преимуществом является искусственное покрытие, которое не дает скольжения во время дождя. Сегодня в 24-й школе сформированы 5 футбольных команд. Из них 2 состоят из девчонок, которые в игре ни в чем не уступают мальчишкам. Несколько фирменных приемов введения мяча на поле для гостей праздника показали девушки из команды победительницы. Это основа футбола, потому что мы чемпионами. Они работают часами. Тренировки проходят каждый день. После торжественной части на новом поле состоялся товарищеский матч между командами компании «Новатек» и администрацией города.